Почему коала упала с дерева? Она умерла. Почему детеныш коалы упал с дерева? Он был прибит к коале. Почему умер маленький ребенок? Коала упала на него. Вот что такое? Три ноги и одна рука. Доберман на детской площадке. Что ты получишь, засунув младенца в блендер? Эрекцию. В чем разница между мертвой шлюхой и Феррари? У меня в гараже нет Феррари. Что может быть лучше, чем победа на специальной олимпиаде? Мороженое! Что проще, разгрузить грузовик с сухими листьями или с мертвыми младенцами? С мертвыми младенцами, потому что тогда его можно разгружать вилами. В чем разница между бургером и маленькой девочкой? Я не ебу бургер, прежде чем его съесть. Что может быть хуже, чем, откусив от яблока, увидеть там червяка? Холокост. Ой.